Его недуг долгое время не могли распознать врачи. 6-летний Никита из Луганской области часто болел. Последнее время у мальчика держалась высокая температура. И только настойчивость матери помогла спасти жизнь ребенка. Историю продолжит Виктория Чистюхина. 3 сына. «Кот в сапогах» – одна из любимых книг 6-летнего Никиты. Сейчас он чувствует себя хорошо и может спокойно обсудить с мамой содержание сказки. Но так было не всегда. Было и что и не кушал, потому что за этот период поднималась и температура. Перенесли мы и отит, как осложнение, бронхит, фарингит. Такой букет заболеваний возник у ребенка за последние 3 месяца. Врачи разводили руками. Почему не помогает длительное лечение антибиотиками, объяснить Таисии не могли. У нас, кроме педиатров, обследовать, в принципе, ребенка нет возможности. Семья Казюминских из Беловодска. Поселок всего в 100 километрах от станицы Луганской. Человек стреляет на горе. А кто страдает от этого? Другие люди, которые живут в своих домиках. Установить точный диагноз удалось только в Харькове. Мама решила обратиться к кардиологу и не ошиблась. У Никиты обнаружили врожденный порок сердца, который специалисты не выявили вовремя. У меня в карточке даже написано, патологии нет. Оперировать ребенка решили в Киеве. У столичных врачей больше опыта в сфере эндоваскулярной хирургии. А именно таким щадящим способом можно закрыть порок. Вот дефект, вот четко видно, есть перегородка и нет перегородки. Операцию по вживлению импланта нужно было делать как можно быстрее. Если очень большой дефект и длительно существует порок, у этих пациентов возникают необратимые изменения со стороны сосудов легких. Оклюдер – это специальное устройство в виде зонта из сплава никеля и титана. Именно из-за дороговизны этих металлов стоит десятки тысяч гривен. У нас таких денег не было, и даже придумать, где их взять. Папа у нас чистит дымоходы, ну, зарабатывает как может. За помощью Таисия обратилась в штаб Рината Ахметова, и там ее услышали. Спасен наш ребенок. Но это дорогого стоит, и я не знаю, я буду, наверное, до конца дней своих молиться за здоровье Рината Ахметова и за его благие дела, за такие поступки. По программе «Здоровое сердце» гуманитарного штаба уже прооперировали 8 детей. Последние наставления от лечащего врача перед выпиской. Мы услышали самые долгожданные слова от доктора, что наш ребенок здоров. То есть сердце его здорово. Никита хочет заняться легкой атлетикой. Это давняя мечта, которая теперь станет реальностью. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля. Для сегодня канал «Украина».